уважаю всех вокруг мужчин, кто двери перед девушкой откроет, кто ей без основательных причин починит кран и потеплее укроет, кто ей муж и брат и лучший друг, и чьих звонков не нужно ждать полгода, кто встретит, кто приедет, заберет, расставит в жизни все ориентиры, кто все проблемы на себя возьмет, кто елку уберет еще до мая, кто от жены с младенцем не уйдет, кто ей больной заварит с медом чая. Я правда уважаю всех мужчин, кто девушке букет цветов подарит без повода, без всяких годовщин, кто ни ее, ни дочку не ударит. Я уважаю абсолютно всех мужчин и тех, кто жить не может без футбола, кто не добавит на лицо морщин, мужчин, не лиц мужского пола.